Некоторые из вас уже с нетерпением ждут свое магическое животное. Хотите с нами? Сегодня ваше любопытство будет удовлетворено. Круто! Пингвин? Точняк! Юрий в деле! Зажигай! А ты, значит, сохнешь по рыженькой? Да я не сохну по ней. Она мне просто... Ида, привет! Ха-ха, понятно. Ты прикольный. Блондиночка, класс. Лови момент, ты ей приглянулся. Кто за то, чтобы ее играл капитана разбойников? Будет классно, поверь мне. Она, Лена, слишком робкая. Та-ба-дам! У тебя классный голос, принцесса. Это еще кто? Каспер, мое магическое животное. Вау, клевый. И когда ты собиралась нам об этом рассказать? Всем плевать на твой ангельский голосок. Вау-вау, повсюду шум и суета. Со мной не те, и я не та. И как найти себя, не знаю. Вау-вау. Что за жизнь, если ты вечно боишься себя показать? Уж я-то знаю, о чем говорю. Иногда надо засветиться всеми своими красками. Добро пожаловать в школу магических зверей. Кондрашек! Откуда эти дыры? Похоже, кто-то тут что-то ищет. А ты в этом как-то замешан? Чувствую, до моего выступления осталось совсем чуть-чуть. Школа магических зверей. Тайна подземелья. Так, пингвин, а ты молчи.